первый день в центре. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. А это как? Была. Спорт директ туда? Ну, 40 тысяч рублей. Привет. Да, сладкая ксава. Страшная рыба. Ну что, где кто? Ну, такие большие рыбы. Небольшие рыбы. Ты видел меня сам? Это карасария, акула. Все равно я нам бун подаст. Бун нам есть. Я вам не стану. Пошли. Говори нам, без чем я столько людей, серьезно? Чекром.
هاي Ale check-in, re. Hai. Ce Gen de praș în fond. A, da? Galina, vamos de buchi. Давай. История создания Бушка. В 2004 начали. В 2005. В 2007. Фотки с Инстаграма у нас, смотри. Вот Бурдж Халифа. It goes up in 1 minute only. 10 meters every second is the speed of the lift. 2 floors for you to visit, 124, 125. No time limit for you to be upstairs. Free wireless internet connection everywhere. Thank you. Здесь у нас большой фонтан. То и плюс и тессера. На 124 этаже. Давай, нравишь, нравишь. Вот. Я сегодня.
сейчас пешком это оттуда. Ну, ладно, там минут 30, а 40 можно было, чтобы добраться сюда. Я ладно, я вот класс. Мы теперь наконец-то на улице, отлично. А, в колонии камера до экса, да? Так, мы находимся на 124 этаже. Вот, решили присесть для фотосессии. Вот так. Каливку. Так мы поднимаемся на еще один этаж, чуть выше. Я лево за космосом. Вот где мы были. Что говоришь? Говорю, а ты не кукали с подвора Фейсбурга? Нет, понехи подлини, понехи липсы. Ничего, космо? Итак, мы находимся сейчас в сувенирном магазине Барша Халифа. Вот здесь у нас можно купить кружечки, бальки, воду, пачки, магнитики. Такая кружка входит у нас сколько? 20 евро. А вот здесь у нас можно посмотреть. Вот экранчик, английский. Камера. Вот эта веточка, короче, тебе показывают. Куда пойдем? Внизу. Палец внизу. Идем вниз. Мара, я знаю, ты пробегал палец в городе. Назвали Стодора. Все, мы закончили впечатление, не забываем. Камера не помещается. На улице. Yes. Это Риман. Тохтирио, да? Напада яму, да? Такая высокая. А здесь будет шоу фонтанов сегодня. Рексиксигеном на мизу. Здесь будет проходить шоу фонтанов. Вот, еще пока рано, сейчас пока только пол второго. Это по ихнему времени, по нашему где-то 2 часа назад. Считайте сами, пол двенадцатого. Так вот, очень красивое место. Наверное, самое интересное.
и самое такое завораживающее это вот. Это нескончаемое просто. Передать словами эту башню. В котором мы терялись. Что здесь будет?